Всем привет! Мы тут купаемся. И Михаил немножко боится. Скорее, сынок, держи, держи. Играй, мой хороший. Купается Михаил. Мы завтра уезжаем. Это наши последние купа-купа тут. В России. Так что это наш последний день полный. Завтра мы с утра уже отчаливаем. Мне очень грустно. Уезжать совсем не хочется. Такой расслабон, такой кайф. В первую очередь у Ашера нет работы. Ашер весь наш. Он спокойный, он расслабленный, он наслаждается. Он отдыхает, папочка мой. Так здорово, что он может видеть детей. Часто родители Ашера видят деток. Мне, конечно, становится грустно, потому что мой папа не может нянчиться с детками, как свекры мои часто, и видеть их часто, и видеть, как они растут, и как они развиваются. От этого как грустно. Теперь Люша на очередь купа-купа. А Ляля там кричит. Сейчас пойдем его кормить. Люша, ты купаешься? Я купаюсь. О, как она так красная, так синяя, что это... Ой, чуть не уехал. Хочешь посмотреть камеру? Нет, тут не Лалиния! Нет, тут не Лалиния! Да? Сейчас я его почищу. Ашер! Сбербанк? Only of Сбербанк? Yes, because otherwise he say it can be even 10% commission. Is it good? Вау! Все, подожди, я с мамой разговариваю. Подожди. Чуть-чуть. Wow. Подожди. Куда ты меня тащишь? Куда-нибудь. Мы с тобой проходили здание. Переход. И если переходить туда, то оно справа, если оттуда, то слева. Ну, чуть дальше перехода пройти, там такое здание. Мы сейчас скоро с папой и с Михалем отправимся делать дела. Напоследок купим продуктов, разменяем деньги или снимем их с банкомата. Завтра будем уезжать. Мне так грустно. Пойдем к Саба Витя. Слиза! Виктор, шам-шам. Саба Миха будет. Папа, папа, смотри сюда. О, да. А я туда. Потом катится. Супер. Папа, я сказала, чтобы мы оригинальные фотки тебе через мейл прислали, чтобы WhatsApp не съедал качество. Козак, бандит. Ты Михаил? Нет, скажи, я не бандит, я очень хороший мальчик. Большой бандит. Блондинный бандит. Нет, папа, для всей семьи Ашера это шок, он же, видишь, какой светлый. У них никогда таких не было в семье, они его все блондином называют. А он будет, он потяжелее. Я знаю, да, но пока что такой светленький. Сашка тоже была светленькая. But Sasha knows already brown. Yes, but Sasha was blonde. Ты Михаил? Ты Михаил? Я в нём. Позу выбрал. Молодец. Ты Миша. Давай колотить, да? Давай колотить. Только давай, Саня. Нет? Папина рука вкуснее всех. Сколько? 8 плюс. Ну, 8 с чем-то, конечно. Он был 8-100 последний раз, но сейчас уже прошло время. Пап, ты знаешь, что оба наши родились 4 килограмма? Да. Что Люша, что Михаил? Слушай, червяк этот на меня уплывает. Жимнастик. Жимнастик. Саша, Ика. Катя, Ривка. Как круто, когда дождик. Круто, как круто. Следующий продали. Сейчас еще посмотрю. Mm-hmm. This one you will not take, Нахон. This one is катанчик, килу. Not катанчик, килу. Also, я фея, вау, so elegant. Элегант кольках. Снова мы взяли в прокат тележку, тьфу, коляску. Михаил у нас там спит. Детский мир сходим, посмотрим, что там есть. Может быть, в Ашан. У нас есть ровно час. Привет, мы уже дома, только что добрались. Мы заказали вот в этом месте вокер.
Уже в третий раз, по-моему, или во второй мы заказываем. Очень здесь вкусно. У Ашера 3 порции лапши, потому что они все маленькие. У меня рис с креветками в устричном соусе. Еще здесь эгролы с креветками и с овощами. Всем приятного аппетита. Мне сейчас папа позвонил, сказал, что они приготовили подарки, мои родители, для родителей Ашера. Очень интересно, и попросил меня оставить место в чемодане. Вот такую купила держалку, очень давно хотела. В Израиле какие-то очень странные я видела, не вызывающие доверия, а вот это мне понравилось. Купила ему вот такую. Мы сейчас ее не будем сосать, попозже, когда наши придут в негодность. Сейчас состарятся сосы. Ну, вот это взяла, на всякий случай. Взяла вот такие каши. По-моему, вот эту, нет, мы эту не ели с черносливом. Обязательно с молоком, чтобы она была молочная, они очень вкусные. С бананом, яблоком кушали, с тыковкой кушали. У нас еще открытая лежит. О, вот это классная, любопышки, йогуртная, слива, яблоко, малина, черника. Представляю, какая она вкусная. Будем сегодня уже собирать вещи.